5 сбитых машин, один пострадавший и тысячи испорченных планов кировчан. Все это из-за водителя Форда Фокус и его желания погонять в пьяном угаре. Сегодня утром на улице Ленина он устроил массовое ДТП. Помимо его авто повредились Toyota RAV4, Tiguan и две Нивы Шевроле. А после аварии на дороге образовался беспросветный затор. Кадры с места происшествия в нашем первом материале выпуска. Успокаивающая музыка не случайно. Прежде чем преодолеть место ДТП и добраться, например, до работы, автолюбителям пришлось долго постоять в пробке. Испытание, от которого не у всех выдерживали нервы. По словам очевидцев, к регулировке движения полицейские приступили не сразу, а освободить проезжую часть удалось вообще ближе к обеду. Обалдеть. Как выяснилось, в этом ДТП 5 битых машин. Не обошлось без травмированных. На место происшествия выезжали медики. Сегодня 3 марта 2021 года. В 10 часов 10 минут на улице Ленина, у дома номер 198, корпус 1, города Кирова. По предварительным данным, произошло столкновение 5 автомобилей. Ford Focus, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и двух автомобилей Нива. В результате происшествия один человек получил травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. По информации от очевидцев, водитель Форда Фокус врезался в задний бампер попутной Toyota RAV4. Внедорожник по инерции ударил попутный Tiguan и отскочил на встречную полосу, где столкнулся с двумя Нивами Шевроле. Пострадала в этой аварии женщина-пассажир Toyota. Сотрудники ДПС поинтересовались у водителя Фокус, все ли хорошо с его состоянием и бодростью духа. Оказалось, не очень. Алкотестер показал превышение допустимой нормы опьянения. Итог 0,28 миллиграммов на литр. На водителя составили материал за пьяное вождение. Также выяснилось, что предполагаемый виновник не заморачивается о страховке своего авто. А это значит, что платить за ремонт битых машин наверняка он будет из своего кармана. По предварительным расчетам, итоговая сумма компенсации составит несколько сотен тысяч рублей. Сергей Пичугин, место происшествия.